Делюсь рецептом чая с гвоздикой. Терпкий, согревающий и пряный. Такой напиток точно не оставит вас равнодушным. Особенно вкусно будет выпить ароматный гвоздичный чай в холодное время года. Ниже я расскажу подробнее, как приготовить чай с гвоздикой. Вместо тимьяна можно добавить мяту. Тростниковый сахар можно заменить на кленовый сироп или любой другой натуральный подсластитель на ваш вкус. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Подготовьте все ингредиенты. Влейте в кастрюлю воду, добавьте апельсиновую цедру, гвоздику и корицу, доведите до кипения и проварите 3-4 минуты. Затем добавьте черный листовой чай, снимите с плиты и оставьте на 5 минут настояться под закрытой крышкой. Перелейте получившийся чай в заварочный чайник, добавьте сахар, тимьян, апельсиновый и лимонный сок, перемешайте. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Чай с гвоздикой готов. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Необходимые ингредиенты. Вода 700 мл, апельсиновый сок 100 мл, лимонный сок 30 мл, чай черный листовой 2-5 чайных ложки, гвоздика 6-7 штук, бутончики, корица 1 штука, палочка, апельсиновая цедра 15-20 грамм, сахар тростниковый 30-40 грамм, тимьян свежий 1-2 штук, веточки, количество порций 2-3. Ставим лайк и подписываемся. Ваши отзывы очень важны. Жду вас снова.